Указанные преступления, в совершении которых обвиняется подсудимая, отнесены законом к категории тяжких, направленных против собственности. Кроме того, обращаю внимание суда на то, что действительно в деревне Федорчи Приволжского района трудоустроиться, тем более человеку в преклонном возрасте, я считаю, что мест не имеется, и, соответственно, заработать денег для того, чтобы достойно существовать, очень проблематично.